Природа хорошая. Угу. Как все хорошо, чисто, свежо. Угу. Ну, елки-палки, ну можно хотя бы раз-то без телефона. Так я по работе. Выходной день? Да, у нас серьезный проект. Фу, и сколько же ты над ним работаешь? Так уже неделю как. Неделю? А ты только заметил. Да, потому что сам тоже работаю, не покладая рук. Да? Ты же машину хотел в кредит взять. Вот хотел. Работаем. Хотел. И на какие шиши будем кредит брать? М? Ну, определенно на шиши, которые заработаем. Вот. Самое главное, чтобы бабло было чистым. Какая разница? Бабло и есть бабло. Не могу с этим не согласиться. Пойдем. Ну что, дорогая, где будем сегодня отдыхать? Где хочешь. Пойдем? Угу. Здесь? Да. Да, я думаю, что можно. Угу. Мне тут есть для тебя подарок. Какой? Опа! Вот, по-моему, и бревнышко. Угу. Кажется, будет идеально для нас. Угу. Вот это. Да, 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 да. Ноги болят. С того. И где этот? Сказано же, в 5 часов. А сейчас сколько? А сейчас уже шесть. Правильно, 6. Обязательный человек. Очень обязательный. А главное, пунктуальный. Сама пунктуальность. Точность, вежливость королей. Не иначе. Ну ладно. А это холоп. Да? Судя по всему. Скорее всего, тот еще холоп. Угу. Ну ладно, ничего страшного. Угу. Ты сильно устала? Не особо. Нет? Ого! Наконец-то! Смотри, кто к нам пришел. Не пришло и полгода. О, чудо. Здрасте. Ну, здрасте, здрасте. Привет. Долго же тебе мы ждали. Ну, заблудился чай, поди, в этом лесу? Да не, я так. На расслабоне шел. О, целый час. Надо хоть присесть немножко, а то я что-то устал. Да, согласен. Тихо, тут сучок не сядь. Сучки они везде. Так, что это я вас разделил? Надо
Да, наоборот. Лучше я на сучок сяду. Ты там поаккуратнее, сучок, ты штука острая. Да. А чё вы, где мангал? Мангал? Так ты же должен был принести. Ну, вообще-то да. И мясо. Ну, ладно тогда. И шампура, ну что ж. Да придется... можем и так прогуляться, чё вам этот, вы чё, жрать сюда пришли? Правильно. А что ещё делать на пикнике? Можно... Пить, гулять и веселиться! Можно истории. А где пить? Страшный. Угу. Ну что, есть такое мнение, что нужно валить? Да, вот. Вот я краски нашла, вот. Недавно было нападение. Ох, ё-ё-ё-ё-ё-ё. Вот, даже фотки есть. Ну, жесть какая-то. Угу. Да. Мы же не девочкам. Хотим стать вот такими же. Да не-не-не. А что, прям здесь было, в лесу этом? Ага. Что, знаешь, перспектива стать шашлыком для непонятного человека как-то... Не очень меня радует. Да ладно, настрой, он один, так что, чё паритесь? Хочешь сказать, что шашлыком станет он? Да неважно, пойдемте прогуляемся, а то мне да, скучно сидеть. И то верно. Тем более я на сучке сидел. Ты же меня защитишь? Конечно. Конечно. Аккуратнее, тут ноги поломать можно. Ну ты акробат, Гриня, ну ты акробат. Тише, 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 тише. Да. Такой акробат, ага. Блин. Ну, мы с тобой в постели, наверное, не такие акробаты. Да. Да мы по сравнению с ним. Да. Джонни Синс и Саша Грей. Да? Угу. Да, это уж точно. Ну ладно. Ничего, никогда не поздно научиться. Ну да. Да? Да. Да. Как насчет в один интересный магазинчик сходить после? У-у-у, дорогая моя, я только за. Я только за. Пойдем? Да. Что за магазин? Вы в Алкомаркет собрались? Ну да. Алкомаркет. Да, сейчас бы пивка не помешало бы. Так сегодня вообще день пива же. Да? Ну, да. Ничего себе, а я не знал. Так что мы без пива-то? А... Так, Алкомаркет туда. Пойдем туда. Да. Да блин, ну нахрен мы шли так глубоко в лес, чтобы сейчас в Алкомаркет пойти? Ну, я согласен, дурак, конечно, натуральный, но давай пойдем. Без пива, ну пиво же надо. А мне без карика. Да, согласен, пойдем. Блин, вы издеваетесь? Да. Да. Издеваюсь. Ага. Вы что, столько пехали, чтобы сейчас пойти за пивом? Да. Аккуратнее, вас сейчас собьют. И меня не собьют. Должны. Я не хочу, чтобы меня сбили. Нет, мы должны жить, нас не сбивайте, пожалуйста. Все нормально. Угу. Комары зажрали. Ага. Да, а меня не сожрали, думаешь? Вот зараза, а. Всю кровь хотят выпить из меня.
Паразиты крылатые. Вон, смотри, у тебя на голове еще. Вот он, падла. Да не подожди, я жду, забрались как-то. Ого. Так, тихо-тихо, в трусы-то не залезайте, скоты. Да, это моя прерогатива. Согласен. Комарам не надо. Блин. Я поэтому бесит, вот да. Иногда, блин, меня лето бесит этими комарами сраными. Согласен, блин, комары — это просто кошмар. Вот потому натуральный. Я не хожу летом в лес. Есть только по дрова. Ну да. Да. Так, комары хорош. Да, Анна, у вас на свалу сошла. Всё? Нашла. Ты вот здесь тут ещё комар был. О, ребят, смотрите, как удачно здесь лежат поленья. Даже с нашими любимыми сучками. Также без них. Куда садимся? Давай, наверное, прогадаем здесь, сядем. Угу. Гриня, ты куда? Я на то. Мне оно больше нравится. Там, по крайней мере, меньше сучков. Вот именно. Слушайте, ребята, я тут слышал страшные новости про этот лес. Настолько страшные, что прям ну совсем. То, что здесь недавно девчонку одну... Пожалуйста, не говори такие страшные штуки. Прости, дорогая, я забыл то, что ты боишься этого. Блин, вы мне уже второй раз говорите, что здесь кого-то убивают. То какие-то новости там на телефоне, то теперь какую-то девку убили. Чего мы сюда вообще пришли? Чтоб нас тоже тут жизнь покарала. Ну так жизнь... это же не каждый день. И не каждый день праздник пива. Угу. Да, кстати, а что с пивом-то? Мы шли и решили... Посидеть опять на бревнах. Понимаешь, чем дольше мы сидим на бревнах, тем больше шанс, что пиво будет лучше. И меньше народу будет. Тем более. Ну ладно. И долго сидеть будем. Бревно всему голова. Комары, блядь. Не могу сидеть. Сожрали. Все. Я нахер отсюда иду. Пиво выпить. Ух ты, какой я тяжелый. Тебе еще тем более коньячочек. Вискарик. Вискарик, да, конечно. Обижаешь. Конечно, конечно. Пойдем. Жужжание. Я его тоже слышу. Угу. Жужжание? Да, Гриня, жужжание. Тут комаров просто пипец. Да не, знаешь, это даже какое-то жужжание посерьезнее, комаров. А, да. Определенно посерьезнее. У меня план все тот же. Тут, может, какой-нибудь осиный рой есть? Слушай, может быть. Свалим, а? Ну, комаров тут точно до хрена. Ну, комары это же не страшно. Вы не взяли больше... никакой пшикалки? Слушай, нету. Да нет, конечно. Дерьмо, а? Дерьмо. Ага. Это слово. Жрут сволочи. Ладно, пойдемте быстрее отсюда. Да, пойдем отсюда. Пойдем. We'll be right back.
все летучие, а? Да сколько же их тут? Болото здесь какое-то или еще что-то. Блин, Сусанина на этих комаров не хватает. Так, слушай, дорогая, пить падла в трусы или нет? Блин, представляешь? Херня была? Хер его знает. Понятия не имею. Что это? Это вообще комары были или что это? Я вообще не понял. Они охренеть, смотри, как они покусали. Ёх, твою мать. Что я детских комаров вообще не видел вообще ни разу. Твою ж мать. Это что, из Чернобыля комары? Хрен, полетели. Пошлите отсюда быстрее. Припятские, я не хочу в этом лесу больше ни секунды находиться. Ну поддерживаю. Нахер. Ну их нахер. Пойдем отсюда. Связи нету. Черт. Куда ж мы зашли-то, а? Куда ж ты завел нас, проклятый Google? Пошлите, блин, быстрее. Ой, нахер, пойдем, действительно. Ты где эта, блин, вышка вообще? Ну, наверное, в город выйдем, появится. Угу. Скорее бы вышли. Ты кто, мужик? Мужик, ты кто? Я агент секретной службы. Если хотите жить, идите за мной. Какой агент? Что здесь происходит вообще? Объясни хоть. Ученый по имени Николай Еремин проводил здесь опыты на насекомых. Результаты его опытов вы, наверное, уже видели. По этой территории играют полчища гигантских насекомых. В целях вашей безопасности проследуйте за мной. Слушай, а можем тогда отойти ненадолго?
переговорим. Ага. Нам надо переговорить. Да. Слушай, дорогая, ты ему веришь? Нет, конечно. Что-то как-то не то. Угу. Но тем не менее, насекомых мы видели. Угу. Он Гриню еще покусали. Так нас тоже. Ну, нам еще, можно сказать, повезло. Угу. Хотя вот... Да, те тоже куснули. Угу. Падлы. Угу. Ну, ладно. Угу. Все хорошо? Угу. Иди. Пойдем. Пойдем, а то Гриню не будет. Ага. Бросать. Да, да. Мало ли. Да. Что с ним сделает? Ну что, пойдем с ним? Да, угу. Да, пойдем. Веди нас. Мы готовы. Пошли. Отдохнем. Давайте. Да. Не могу уже идти. Грин, садись. Ай, ё-моё, крапива! Ай, ё-моё, комары. Интересно, благодаря кому? Слушай, а ты не объяснишь, что это за ученый? Короче, Николай Ерёмин – это довольно-таки известный советский ученый, который известен разработкой в области фармацевтики. Ну вот и все. Мы наконец-то приготовили наше творение. Это суперсовременные радиоактивные насекомые. Осталось только отправить их на ракете в центр России, и все будет готово. В процессе работы у ученого появились маниакальные наклонности. Он разочаровался в человечестве. И отсюда появились гигантские насекомые. Он захотел уничтожить мир? Да. Мы что, в фильме? Да нет, вроде. Тут не убежим, то мы будем следующими. Это уж быстрее. Точно. Пойдем. Валим! Валим! Валим отсюда! Опять это чертов жужжание! Прекратите жужжать! Да не паникуйте вы! Прекратите! Прекратите! Ты куда? Прекратите жужжание! Прекратите! А что ж такое-то? Блин, твою мать! Да иди за ней, что ты стоишь?
устал уже от этого дерьма! Черт, как я устал от этого всего дерьма! Видите? Комары, мутанты, военные! Да пропади оно все пропадом! Достало! Миш. Да, Гри. Ты чё? Все случилось-то? Да пиздец, заебало это все уже. А чё такое-то? Да какие-то комары, еще какой-то пиздец, блин. Ну, понятно. И что, Ленка куда-то смоталась? Пойдем, найдем ее. Пойдем. Пойдем, нам нужно выбираться быстрее, пока нас не сожрали. Гриня, текай! Пойдем! Беги, Гриня! Беги! Вам конец! Я там щелкнул за Лену. О нет, русские пришли на нашу базу.
Если я не уничтожу свою разработку, то она достанется русским. Что ж, запускаю самоуничтожение. Ха-ха-ха. Я агент местной секретной службы. Я агент Георгий Богучава. Что вы здесь забыли на? Проваливайте с этого места, с этой территории. Стой, давай без... Я агент секретной службы. Покиньте территорию немедленно. Вам здесь нельзя находиться. Здесь пиздец творится. Твою мать. Гриню даже покусали. Все насекомые хотят нас съесть. Ну, не все так гриню кусают. У ученого окончательно поехала крыша. Появились маниакальные способности. В общем, он поехал кукушкой, разочаровался в человечестве и решил... Даня, что-то не понравилось. Ну ты вопи, там, кричи. Да подожди, да. Погоди, там... Я еще не с ним. Там человек идет. Встань пока. Всех подъем. Я не могу встать, реально. Теперь, давай. Все равно он пусть пройдет. Ты хочешь полежать пока? Да, я полежу. Ну давай, ладно, полежи. Да ладно, ну, поспи, хотя бы посижу. Ну, за вещами следим. Он следит. Все, готов? Да. Объясняю ситуацию. Короче. Какой-то ученый разработал очень опасных насекомых. Не-не-не-не-не. Объясняю ситуацию. Ученый по имени Николай Еремин разработал... Сука, я забылся. Какого хрена? Подожди, я не ожидал такой... На колени говоришь, нет! Вань, ты в кадр влез. Ну, так, в таком духе, понял? А, с руками? Ты что, снимал? Прекратите! Прекратите! Что с тобой? Отстань! Прекратите! 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 Что такое? Прекратите этот звук! Пожалуйста, прекратите! Не-н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 е-
Я его съел! А что теперь?
Ты куда? Стой! А как вы сможете уничтожить этих насекомых? Чем? Может, огнем? Огнем. Как сходит, блядь, водкой. Как бы нас смущаешь, ебугу. Ну ладно. Ты чё? Я тут, блин, я тут веселюсь. Веселишься? Да, не весело. Хорошо, весело прям вообще, да? Да. Ну у давай, веселись дальше. Какой-то мужик пялился, как на больных, блядь. Ну, веселись дальше. Что раз заблудилась бы, если я пошла бы. Ладно, давай, Дань, снимите, чего ты, что ты хочешь. Ну, типа, я как бы наклоняюсь, ну, типа, пойдем, подождем. Хорошо. Мы подождем, ну, сначала фраза какая, типа, я вот так выходим и говорим, блин, видишь, смотри, чтобы было подинамичнее. Uh-huh. А мы сейчас, короче, смотри. Ты... Да, я смотрю, слушаю тебя. Сейчас. Может, это Серж, что будет снимать из-за вот этого вот поленья? Вот он, да. Ну, такой щелкнул. Ты не так. Как? Да, ты аккуратно. Ты особо сильно это не разбираешь. А это, блядь, еще кто? Кто такой? Я военный. А мы тут при чем? Саша, так, стопорнем. Ой. Вырвался. Может, в конце тоже типа будешь орать, что вот мои друзья съели. Не, я знаешь, как вырвался. Знаешь, как я хотел сделать? Типа, чтобы я упал, короче, потом под конец, они меня почти уже начали жрать. Вот, и в этот момент ученый типа себя убивает. Вот, и их всех. И типа и в последний момент, типа, ну якобы они дохнут, типа. И я... тебя спасли в последний момент. Да, типа в последний момент типа выжил. Так что, Серж, давай, снимать. Сейчас. Я и так вот иду, снимаю прям на ходу уже. Парни. Как, типа, комары лететь будут? Давай снимем, как я... Короче, Дань, сейчас вот этот момент ты там, сам это, решайся снимать. Ага. Сейчас. Ты же там, блядь, за белками бегаешь? За невидимыми. У меня насекомые здесь летают. Ладно, давай, Дань, снимите, что ты хочешь. Ну, типа, я как бы наклоняюсь, ну, типа, пойдем, подождем. Хорошо. Ты там хотел что-то снять вот это? Да. Ну, тут бальный момент, вот, и... Ну, не такой уж это и бальный, ну ладно. Ну, короче, ты понял. Yeah. Потом, типа, после этого вместе садитесь,
Вот, там, блядь, можете место пообсуждать, а потом уже четвертым кадром пообсуждайте, типа, когда я припрусь, там, да, где-то. Да, тебе... да, кстати, вот, разумно. Четыре кадра, давайте. Сейчас. Да, разумно, давай так и сделаем. Лёгнем. Там, там не настолько все плохо, так что... Окей. А я просто не видел, просто первую часть, как вы там ходили. Не, нормально, нормально, сойдёт. Так. Молодец, он делает переписки. А не проще черти вот с этой хуйни будет снимать, нет? А если, а с этой прям, зарядки? Прям дырку, дырку, там дырки прям такие. Да я вот засунул уже! Мы что, Алису Стрэндж здесь снимаем? Слушай, шикарно. Насрать, мы же другого ракурса используем. А, чё, ну, ну, тут, блядь, эксперт деревянный. Будет тебе смотреть. Да это пидорасы, блядь, подумай, там уже место будет. Вообще пиздец, блядь. Так, ну чё, где-то здесь? Да, да, сейчас.